Сотрудники МЧС провели профилактический рейд по обучению мерам пожарной безопасности среди семей социального риска. В ходе рейда родителям и несовершеннолетним детям напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и о последствиях, которые может привести неосторожное обращение с огнем. В связи с тем, что с 1 февраля введен особый противопожарный режим, горожанам, которых в этот период застали за разжиганием костров в лесопарковых или иных зонах, грозят реальные штрафы. Как отмечают сотрудники Центра спасения, номера экстренных служб граждане вспоминали с трудом. Старшим инспектором противопожарной службы при осмотре жилища неоднократно указывалось на состояние электропроводки, которая находилась в недопустимом для эксплуатации состояния и могла быть первой причиной пожара. Нужно отметить, что видите, вот уже были пожары, и, конечно, вот такое исполнение проводки тоже приводит к пожару. Тем более, видите, жильцы засоряют данный участок, что тоже является пожарной нагрузкой. Есть чему здесь гореть в случае короткого замыкания. Также хозяевам напомнили, что захламление коридоров различными вещами при пожаре будет только являться дополнительным материалом для развития горения и мешать свободной эвакуации людей. После профилактической беседы сотрудники вручили в каждой квартире информационные брошюры, памятки и листовки, в которых подробно изложены правила пожарной безопасности, а также номера телефонов, по которым взрослые и дети могут сообщить о случившейся беде и получить незамедлительную помощь.